Под обстрел сегодня попала известная волонтер Юлия Толмачева. У нее осколочное ранение головы. Водитель волонтерского автобуса получил ранение руки. По данным военных, снайпер боевиков обстрелял машину Толмачевой при выезде из села Зайцево. Огонь вел разрывными пулями. Армейцы оперативно оказали волонтерам медицинскую помощь. Позднее их эвакуировали вертолетом в Днепровский госпиталь. Состояние Толмачевой не тяжелое, об этом в соцсетях сообщают ее друзья. Напомню, с первых дней о том, она помогает и военным, и мирным жителям в прифронтовых селах и городах.